Астрологический прогноз на 23 января 2024 года. Это вторник. Действуют рекомендации 13-х лунных суток. Луна находится в знаке Рак. Жесткие энергии этого дня лучше адаптировать в духовной деятельности. Благоприятно также делать хирургическую операцию и бороться с противником, кем бы он ни был. Хлам, вредные привычки, болезни, плохие мысли – и все, что поломалось, тоже нужно из своей жизни выбросить. Знаки огня. Овен, лев, стрелец. День хорош для хозяйственной деятельности, для участия в семейных событиях, встречах и праздниках. Возможно, дорогие покупки в дом, подарки от гостей. В этот день хорошо обращаться к опыту прошлого, искать совета у пожилых людей и доставать одежду, которую вы 100 лет не надевали. Благоприятное время для медицинских обследований. Знаки Земли, Телец, Дева, Козерог. День хорош для встреч, поездок и покупок. Хорошо работать с документами, учиться, договариваться, обсуждать свои планы с заинтересованными лицами, возможно, участие в коллективном мероприятии. Избегайте давать пустые обещания. Знаки воздуха, Близнецы, Весы, Водолей. День хорош для решения финансовых и материальных вопросов, возможно, получение больших денег, возможно, выгодные рабочие предложения и очень удачные покупки. День хорош для косметических и оздоровительных процедур. Знаки воды, Рак, Скорпион, Рыбы. День хорош для украшения своей внешности и своего пространства. Благоприятно проводить время с детьми, хорошо развлекаться и вкусно угощаться. Возможно, посещение культурно-развлекательного мероприятия. День принесет приятные новости и знакомства. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.